учитывая погодные условия, да и в целом отметить то, что минчане играют в Днепре, который вылетает из высшей лиги. Очень неплохо, выход 1-1. Прострел! Николич! Блокирует удар Николича Павел Бардуков. Возможно, они захотят покинуть команду. Гуренко. Подача. Здорово, очень здорово Вырлович. На левый фланг передача, там Гуренко. А вот здесь может неплохо получиться Николич. Ну, двумя эшелонами обороняется Днепр. Такую оборону очень трудно вскрыть. Просто количественно команда располагается практически вся в своей. Штрафной удар по воротам. И в целом это, наверное, удар в створ. И Максим Белов возникает. Но когда они возникают, Динамо пытается что-то с этим делать. Удар по воротам очень даже неплохой. И Роша. Капленко. Здорово на опережении сыграл Алексей Гаврилович. Неплохая передача. Николич. На правый фланг. Подача, прострел, удар, гол! Филипп Иванов! Здорово, прям в песок упал. Настолько же часто он врывается и в штрафную. Ворвался в этот песок. Очень хорошо выверенная атака. Казалось бы, будто на тренировке. Динамовцы мяч раскатывают. И... Балтрушевич 22-й, Павел Кирильчик 8-й, а Даниил Нечаев 3-й, Дмитрий Подстрел 15-й, Павел Бардуков 20-й, Евгений Краснов 10-й, Александр. Что, можно попытаться ударить, и, наверное, самый опасный момент у Днепра. И можно уже понемногу сушить игру, возможно, ожидая каких-то осечек в атаке Днепра. Иванов здорово поборолся. Соловей, удар! Отлично, отлично держится Максим Белов. Два раза здорово занял позицию. Но с другой стороны, такое ощущение, что нападающие будто бьют в него. Шитов. Николич, удар по воротам, гол! Отличный удар. Максим Белов не мог дотянуться чисто физически до этого мяча. В дальний угол. Шикарно все. Как по учебнику для ударов издали. Вот удваивает свое преимущество минчане. И, в принципе, Динамо. Ну и Днепр попытался дать бой. 2-1 закончился июньский матч. Голами отличились Соловей и Сорока с одной стороны. Вот это да. Действительно, как-то даже упустилось, как легко и как непринужденно Динамо развивает свои атаки. И кажется, что это не последний матч, мяч в сегодняшнем матче. Шикарно. Вот действительно, как будто не из ниоткуда появилась опасность. Большой раз... Барсуков. Неплохая передача. Удар по воротам. Крайне опасный получился. Один из последних шансов забить. И все. Финальный свисток. Закончился последний матч Днепра в высшей лиге. Последний домашний матч. И закончился он со счетом 0-3.